Ну, я пришла к Константину работать, потому что у меня были проблемы с голосом после инсульта. Поэтому я пришла сюда. Ну, он мне, конечно, очень сильно помог. Я до этого очень плохо говорила. Сейчас я уже хорошо говорю. Речь у меня уже более-менее хорошая. Голос тоже стал лучше намного. Сейчас уже меня, в принципе, дома все хорошо понимают. И, как говорится, я могу свободно разговаривать на улице, в автобусе.